Мне кажется, что это очень важная вещь, потому что те, кто будет смотреть эти передачи, будет слушать мнение по поводу одного и того же вопроса или одной и той же темы совершенно разных людей, разного понимания. А нам это очень-очень необходимо – слышать разное, чтобы потом, выбирая что-то, не ошибиться в своем поступке.